Привет, друзья! Вот конец июня, а я только первый ролик с аутфитом сделала с летним. Как-то не до этого было. Но тут как раз подоспели распродажи. Я себе накупила сережек. Об этом я уже делала видео. Ссылка на него будет в описании. Ну и теперь одни из купленных мной сережек на распродаже. Это серьги манго с монетками. Серьги очень интересные, они вот на такой вот как будто бы трубе эти монетки висят. Посмотрите подробнее в этом видео. И такие сережки можно надевать, конечно же, совсем подряд, особенно с современными аутфитами. Они сейчас в тренде, и тот, кто не хочет носить кулоны монетки, как носит всем, можно их носить в серьгах, а еще можно в кольцах, если вы, конечно, такие найдете. Такие сережки, ну, равно как и кулоны с монетками, подходят под все современные аутфиты, кэжуальные, абсолютно любое. Единственное, под что бы я их не надела, это под платье с цветочками, с воланами, с рюшами. Ну, а сегодня на мне белая рубашка, вот такие вот атласные брюки с этническим узором и атласные мюли с бантиком. Такой себе расслабленный стиль. И сумка из ХБ ткани. Сейчас это очень популярно, особенно в свете того, что мы боремся с пластиком и не носим целлофановые пакеты. Поэтому носите вот такие вот эко-сумки. Это стильно, удобно и красиво просто. Принт вы можете выбрать сами. Ну и ладно, теперь про серьги. И пользуйтесь распродажей, купите монетки, кто еще не купил. Если вы хотите выглядеть нестандартно, берите именно не кулоны, как все, а сережки. И не бойтесь, они не выйдут из моды. Это сейчас, конечно, на пике популярности, но они были модны всегда, еще с 90-х, когда их придумали Versace.